Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и это партия в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Екатерину Медичи. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, стырили. Продолжаем. Шарлотта в Женеве ожидает. Продолжаем фабриковать скандалы. При попытке похитить ускорение в городе Руан был убит шпион из Индийской империи. Осуждаю действия таких парней. Там же 90% было. Ну, не знаю, вопросы к тому. Так, Грек, дружбу принимаешь? Аэродром. Положим пока улучшенную авиацию. Пошли в наш уникальный юнит. Конго. Союз был. Грек Союз тоже кинул. Да, я не хочу воевать. С Египтом. Конго. Прими дружбу, прими союз. Буду придется города отвоевывать, когда они придут. Вот это автоскоп сборище. Last stand. Так, пошли здесь. Хотя мне надо здесь лошадок обработать, конечно. Слушай, нормально ты такой англичанин расселился по побережью, так вообще куча территории. Здесь строители, уберем овец и коммерческий район поставим. А толк? Так. По науке примерно одинаково с Конго идем. По культуре. Ну, по культуре я хорош, конечно. Я лучше всех вообще. Толку не было от того, что ко мне приплыл. Это точно толку не было. Второй биплан строится, потом третий. И будем бомбардировщики строить. Проблема в том, что... блин, мне надо алюминий, блин. И поставить клеток, город, наверное, здесь, 20, я вот это совершенно, наверное, забыл. Наверное, так, надо купить больше. Здесь рабочего и, наверное, не знаю, в Нанте поселенца. Алиенора сделка. Давай золото еще 300 сверху, чтоб я тебе город не жёг. Я с тобой не воюю, я араб. Я тебя в другом конце карты. Да. Ну зачем ты мне войну? Ну, у нас же был этот военный союз с ацтеком. Не, если не хочешь, не принимай. Как тебе удобно. Но город ты мне не можешь сжечь. У меня как бы один город на воде, его можешь и так сжигать. Он даже называется Багдад, чтобы там всегда была война. Какая-то вот сейчас опять прошло два хода, и опять города перестали отваливаться. Плюс 16.
Сделка кунга. Нет. Чеченицу я так сильно хотел построить. Так, вот тут у меня разрушение, к сожалению. Я не понимаю, вот этот караван, откуда он? Что у меня такое сломали? Может, где... А, все, понял. В Марселе сломано... Сломан... Центр коммерции. Все, нашел. Так, следующим ходом здесь сделаем корпус. Следующим ходом религию я буду основывать. А, нет, еще. Еще нет. Странная сессия. Так, покупаем тут. У меня висит Египет везде. Все строитель? То, что я не голосовал. Здесь покупаем поселенцы. Конго, там... Блин, тут разграбили мне. Ну, нормально. Давайте в очередь ремонт гавани. Там просто аж на 50 очков больше, чем надо. Где, где это у Конго? Да, Конго, забери инженера, что за фигня? Так, не самый плохой инженер еще. Вот, сорян, я не видел. Там война. Удачно. Блин, все чудеса на последнем ходу уводят, да что? Я его прям как раз мне напомнили про великого человека, я и вижу. Это уже четвертое. Успешно похищена переработка. Продолжаем похищение. Так, здесь нейтрализовываем губернатора. Надоели шпионить в моих городах. Деньги. Извини. Как больше шпионов нельзя сделать? Да я вообще на самом деле ни у кого не шпион. В Марселе недостаточно жилья. Так. Значит, где мы тут поставим? Я бы, наверное, прям на нефть, одну из нефти, да. Вот сюда прям бахал бы. Пойдем защищать. Так, здесь апаем. Может опять взять на апгрейд. Да, давайте возьму на апгрейд юнитов. Бонусы кампуса, дополнительная наука. Тут пока все оставляем как есть. АПН. И мобилизация открывается. Дальше идем в демократию. Четыре канализации надо организовать. В Париже, по-моему, есть канализация. Строим аэродром. В Бордо нет канализации. В Лионе нет канализации. И в Ла-Рошеле нет канализации. Вот вам и ускорение. Пророк. Вот вам и ускорение демократии. Чё в Авиньоне? Кампус вот здесь. Иудаизм взят. Так, в
все чудеса света, плюс 4 веры, храмы и святилища, пищу и святилища и храмы, жилье нафиг надо, реликвии нафиг надо, довольство в городах с двумя специализированными... О! О, возьмем. И... Он к этому будет сделка вам и... Кстати, золото. Ща гляну. Так, шпионы работают. Шпионы работают, религия основана. Надо бы ее распространять и получать счастье в городах еще дополнительно. Так, я вот этим бипланом не обстреливал никого. Что тут за арабские мамлюки бегают, тыгыдымкают по французской земле? Война, все. Ну почему все война? Я спросил, все война. Ты смотри, за спрос бьют у нас, вот такая история. Но вообще я карту изучаю. Я просто понимаю, что у тебя, например, по земле. У тебя вот немного, на самом деле, лучше, чем у меня. Но хотя бы вот это чудо неплохое есть. Давайте гранты возьмем Пингали. А есть какие-то, типа, разработанные, например, какими-то людьми карты, на которых можно играть? Наверное, есть. В мастерской посмотреть. Надо. Надо посмотреть, потому что, ну... Брус, а промышленные ГГшки какие-нибудь есть вообще на карте, кстати? Их снесли. Жаль. В Гонконг его снесли. И что-то еще. Так, знаете что? Мать, давайте где? Откроем... Со мной. Откроем теологию, чтобы храм построить и апостолов брать. Мы уже гадить начали на природу. Сволочи. Конго, он смотрите, что делает. Да, Конго тут. Ну, Конго, это, возможно, он в эти апнулся. В броненосце. Так он вроде не на море. Там, скорее всего, электростанция. Конго не на море? Серьезно? Конго, он с моря. Конго, королева моря вообще тут. Ну, король. Ну, в смысле, королева. А, я уже увидел. У него 6 городов на море. Но я вижу, что у него в двух городах не хватает электроэнергии, я так понимаю, это электростанции засоряют мир. Фабрики. Так, мне один нужен биплан еще. Сколько здесь? 3 хода, а здесь 4. Значит, в Париже биплан строим. Янтарь уже горит, пол горы не можешь опустить. Так, я не апнул там еще. Был. Надо кого-то еще апать. Может, Амани убрать из Хатусы и обратно вернуть к себе в город какой-нибудь, чтобы он развивался. Давайте вообще глянем. Я все равно не сюзерен. Нафига она там сидит, блин. Вот это ошибочка, конечно. Давайте. Находится на дне списка. Куда? Бордо есть, Руан, Марсель, Булонь. Наверное, Марсель. Марсель такой. И нет, Авиньон. Авиньон хороший. Авиньон давайте. Так. Кого апаем? Ну, давайте Рейну. Тут же уже вот последняя кооперация осталась взять. Давайте Рейну. Последний этот. При попытке похитить средства в городе Ла-Рошель был убит шпион из Греческой империи. Дизреспект. Такое тотальный. Дело. Тотальный дизреспект.
Парадокс в том, что мне больше никто не бежит. Так, давайте купим здесь храм. Осуждение, Лёшка, осуждение. И покупаем апостолов. Не, вообще миссионеров. Апостолы я буду укреплять религию потом. Так, экономику. Что в Лиможе? Маяк ремонтируем. Блин, мне бы, конечно, побольше алюминия. Вот алюминия мало. Реально мало алюминия. Ну что, демократию ускорили? Ускорили. Слушайте, а давайте тут промышленную зону. Вот здесь, вместо лесопилки. И купим... Ну, уже строители дорого стоят. Ладно, тогда построим строителя. А, Алексей у нас летчик. Я понял. Да, я летчик. Ну, это меня это настораживает. Мы там самолеты или самолеты? Значит, не знаю, как это называется. Налет на Греции. А зачем нападать самолетами? Можно обороняться неплохо. И в космос улетать. Логично. Космос добыт. Так, дружбу с Англией заключаем. Англичанин, предложение. Так, сколько там до конца? 10 ходов. Космос добыты. Так, в Квиллу давайте. Этот же у меня убирает губернаторов. Ёжик с кем воюет? С Англией. Со всеми. Боже мой, началась пелёшка на море. Может мне военный союз заключить с англичанином и войну Конго объявить? Да, нормально ты поделили. Вот стэки сколько? 5 городов, 6 городов. Ладно, спасибо всем за игру. Давай. Спасибо. Спасибо, что сопротивлялся долго. Отомстите. Очень стэк. Долго. Прям качественно. Зацепило. Не, ладно, не хочу я воевать сейчас с Конго. Обычный научный заключим. Предложение, Англия. Да, это ненадолго. Что ненадолго? Ну, у него линкор, а у меня для линкоров долго еще. Так а что ж ты ему угрожал тогда? Ну вот, как бы, угрожал и получает. Боже, всех убивает? Да. Так, знаете, куда понимаю, мне надо? Мне надо... Я открою демократию, а потом охрану природы. Мне надо вот эта карточка на алюминий. Постройте потрясающий престижный пригород. За ведро нельзя, к сожалению, по-моему, покупать районы. Можно, мог в этот... Бенгал или как? As soon as you trust yourself. Или... Стоп. Да, мог, это мог же. Прокачанный. Все легко, сейчас первый раз его вначале куплю, потом 4 раза апну и оп. И на улет, как говорится. Не
Я тут думаю, Конго сейчас всех летчиков начнет бомбить. Хотя я не знаю, хватит ли у него сил на Лёшу. Потому что Лёша же первый, почему нет. Так, ну мне надо уран открывать они теперь. На самом деле на говно, я думаю, будут. Мне надо теперь... Так, три армии или армады. Просто Лёша самолёты, самолёты сильные в целом. Ну просто Лёша там миллиард городов. Он ну не миллиард. Он боком с карты уже ко мне. Давайте, наверное, апостолов теперь возьму и усилю религию следующим ходом. О, так, в Шарлотте я выгнал опять. 19. В Хатусе кто-то выгоняет, да? Да, мне похоже на то. Пин, да. Ты еще колонизировал. А, это я убрал. Новый. Я убрал просто так. За место Брюсселя. Давайте Кахокию еще. Хотя, ага. Подождите, не надо мне тут. Тут у меня... Поселка, что ли, у меня банков не так же? Много. Вот в Лавенту и Кэнди, не, у меня наверное, был давайте. Даже просто в Лавенту чисто. Что Лавента дает? Гигантскую голову. А Канди что дает? Вы получаете реликвию при открытии каждого нового чуда природы и плюс 50% веры от всех реликвий. Ну, такое. Мне, в моем случае, это не надо. Так, сколько там ходов до конца? 9. Мне 6 очков осталось. Так, давайте тут самолетами оперировать. Рынок починили наконец-то. Что в Марселе построим? Кампус. Ну давайте кампус. У меня еще мой уникальный юнит в запасе. Ну, давайте прокачаем Шарлотту. В Лиможе. Верфь. Рынок, амбар, амбар. В Авиньоне. Горго, там предложение. А мы самолеты уже открыли. Надо... Надо строить... Бомбардировщики. Блин, у меня проблема, у меня мало алюминия. И сейчас. Я не вижу, чтобы он еще где-то был вообще в принципе. Так, у нас еще с шедеврами. Древний мир, античность, древний мир. Древний мир, античность, древний. Так. Кинул. Палецкий, Лаутаро, варвары. Вот так. Тематический бонус. Блин, два варваров. Фигово. Ну, блин, не говори только, что ты захватишь сейчас эту... Будила. Давайте, наверное, тут. Офигеть. Вот с такой вообще халявой нет соседей. Монумент. Точнее, не было соседей. И купим строителя. У него земля какая? Тундра и пустыня или нормальная? Так. Нет, намного лучше, чем у тебя. Проповедовать верование.
Ну я бы не сказал, что как бы. Ну, давайте компьютеры. Ну, ой, проповед. Подождите. Ну, видимо, с двух сторон. Нет, неправильно проповедовать. А почему мне. Дайте мне улучшить. Во. Собор, мечеть. Ну, это мне ничего не надо, мне кажется. Кладбище, религиозная колонизация. Ближайший город сильнее. Транслирующий дальше распространяется. Либо сильнее, либо дальше. Стоимость, ну, миссионеров и апостолов уменьшена. Хотя тут как бы и воды толком нет. Чтобы ставить по-другому. Давайте стоимость меньше. Это на всякий случай, если кто-то решит побеждать религии, чтобы я мог быстро купить. Тут Франция, походу, улетает. Ёжик, почему ты без угля? Скажи ты, почему? Ты так бы меня выиграл, а так и без угля. Теперь с углем. Все равно пиздец угля. Ну, давайте мечеть. Я артигатом твой линкор с первого... Плюс один к распространению. Снова убиваю. Ну я не следил. Мечеть построим. Так, распространяем религию. Так бы ты меня забрал бы тут на раз-два. Меня на тот момент. Линкоры топить. Shit happens. Что-то новое. А, так у Алексея получится свой личный остров. Полуостров. Нет. Так я, может быть, и успею сам линкор открыть. Ну, Лёш, там вообще адско много места. Не адско много места. Ну, по сравнению со всеми. Чё началось вот сейчас? Типа, сидели ж нормально играли. Не было вот это, опять началось у Халецкого адски много места. Это главное, соседи ничего не говорили. Приплыл откуда-то, хрен знает откуда-то, араб, и вот это начинается. Ну, а арабу просто жалко. У него тундра с пустыней. Потрясающе. Только здесь, что ли? А можно где-то еще потрясающе престижный? Мне очень жалко. А вот теперь я дам. Наверное, не... А где битва-то? Чё я не вижу? Так, надо этих на автомат поставить. А компьютер я открыл? Вряд. Компьютер — это первый шаг к смартфонам. Смартфоны — это съемка везде. Строители. Блин, ну мне алюминий нужен. Ну, блин, хоть ты это. Есть у... Алюминий у Горга есть. Так, я понял. Ну, похоже, надо Горга будет захватывать, значит. К сожалению. Интересно, где только у него этот алюминий? Вон он. Например, так, у Горга дохера алюминия, в общем. Сколько ходов у нас союз? 12. Значит, у нас план захват Горга. Я смотрю, под Мекой там линии Наски по 3-3-3 имеют. Их что ли обрабатывать можно? Да. Можно. Просто по описанию эту клетку нельзя обрабатывать. А, подожди, нет, я вообще не понял, почему там под 4 промки откуда взялось, если честно. Они соседствуют друг с другом. Так они не дают промку, по идее, в принципе. Дают. А
А, да, дают. Ну, сорян. Мне просто интересно, если ты их обрабатываешь, то это сильно. Не, по идее, не обрабатываешь. Но меня они не обработаны, они просто стоят. То есть жителей-то нельзя посадить. А, таким образом обрабатываю, да, само собой. Я думал, ты решил его улучшение. Реально странно. Так, а эти истребители тоже, что ли? Тут все алюминий, все самые алюминии? Так это, наверное, имеется в виду, что нельзя, ну, рабочим просто что-то на них строить. Да. А, ну... Блин, ну... Да, это что-то совсем. Улучшение. К сожалению, надо нападать на Горга. Да, я в шоке был, на самом деле, от их пользы. По факту они мне Петру заменяют. А представь, если бы мне Инвиктус дал Петру достроить. Я бы тут просто купался в деньгах, славе, во всем бы купал. Монтесума желает посольства. А вы Монтесуму допилите когда-нибудь, нет? Я постараюсь. Напав на Горга, я, конечно, кучу еще науки потеряю. Что по религии? Не побеждает ли кто-нибудь случайно в 20, в 17, в 11? Да нет, вряд ли. Чудо. Орсакхаз. Так, отложим здесь пока. Блин. Висклик. Музыку пока негде организовывать, как и художника некуда сажать. Строители завершены. Так, здесь у нас еще один биплан. Так, надо торговать. Слоны. Слоны у меня есть. Пряности с Голландии, янтарь с Конго. Пряности с Голландии, янтарь с Конго. Союзник сообщает, что Англия больше не стремится к культурной победе. Интересно, как это вот определяется вообще? Интересно. Инвиктус предложение. Конго предложение. Так, с кем еще поторговать? Мрамор у Нидерландов, он, кстати. Леша, предложение. А, на мандол, оказывается, есть. Круто. Да, я ему даю. Мне не нужен этот. Так, с Инвиктусом я еще... Я попался мне на божественном мандол нечаянно. Мрамор еще. По-моему, я не слазил с топов культуры никогда в то время больше.
Invictus еще предложение, прикинь. Айн бандол подходящий. Шелк у араба. Араб, предложение. Вот уже 6, даже так. Вахитотоний чувак ожидает. Тырение денег. И где еще у нас кто ожидает? В Женеве. Ну, вообще можно к себе уже пересадить, я думаю. Харе тут. Давайте в Париж. У меня добыча нефти, кстати. Уголь тоже. Не открыты еще, между прочим, надо в переработку зайти. Ресурс закончится, а юниты потом просто будут с пониженной мощью боевой. Улучшенная баллистика добыта. Сначала в переработку, потом двигатель ВС, потом общевойсковая бригада. В Мбанзу Конго опять убирать губернатора, а тут тырить ускорение. Так, а в начале игры что, Галикарнас и Венецианку банили, да? Нет. Нет, наоборот. Наоборот? Демократию открыл. Что, я смотрю, забыл Галикарнас сменить вообще на демократию построил. Давным-давно. Галикарнас был в этом. Вот стайка теперь Конго. Теперь Конго, гордый владелец. Так, так, новый курс ставим и вот эту карточку, где тут, вот. Ну и пока содержание юнитов. Так, куда дальше? Дальше мне в глобализацию надо. Щепление ядра открыть. Космопорт, аэродром. Строители. Квиллу. Так, здесь мастерская завершена. Водяная мельница. Давайте забили. Поехали, гранты. Ходов, центр коммерции. Так, у меня он два шпиона в Париже. Одного мы в Париж конкретно размещаем.
есть у меня вот куча всего не обработано, но не хватает времени. Сколько у нас до конца союза? 8 ходов. Бомбардировщик. Так, это новый. Вербовка партизан. Так, это Египет прокачанный. Давайте случайно вы правительственную там площадь посадим. Ну, араб пришел на мамлюках. Что тут подрались. Не, чтоб случайно с ботами построим. Тулузе аэродром. В Булоне верфь. В Авиньоне лаба. Ну, не хочу никуда послов пока отправлять. О, есть религия. Думаю, что такая желтая маска у ацтека, он уже вышел. Чуть не убил. Юнит. Блин, может где-нибудь побольше денег будет? В этом, в НИУ, там, вот это вот, 122, ну, не понимаю я, может в Лондоне, 174, чё так мало денег у всех, 218, короче, не будем, от добра добра не ищут, как говорится. Продолжаем. 286 вполне неплохие суммы. Вот эти подъем уровня моря фиксанули уже, да? Что именно? Ну, в смысле, что не так быстро поднимается. Да нет, просто мы не так много сейчас тратим. То я первую неделю играл, патч, как бы, мне было интересно, они дерево талантов что ли так фиксили, как бы, или это оно рандомно так генерировалось. Еще хотя бы два бомбардировщика надо. Так, и мне нужен какой-то юнит для захвата. Спасибо. Мне нужны юниты для захвата какие-то быстрые. Например, танки. Так, вербовка партизан. Давайте мы это устроим как раз у грека. Мы его захватывать планируем. Или он в буддизме? Ну, слушайте, мне надо тогда каких-то апостолов с прокачкой брать.
Это Тиритехи. А, нет, этот губернаторов нейтрализует. Капец. В городе лимит жилья 21, а население всего лишь 15. Ты там от Конга отбиваешься вообще? Да я отступил уже. С ресурсами подстава. До свидания Всемирного Конгресса. Бригады топят линкор. Ну чё, за чё голосуем? За Египет, конечно. Нет, я имею в виду вот Конга. Это. Я Конга, за... Конга, давай с тобой. Давайте, давайте это 100%, чтобы, ну, добавка производства была, чтобы дольше строилась. За производство, да? Увеличенное производство. Плюс 100%. Клеопатру. 100%. Основное обновишь? Ну я вот дострою самолеты. Да. Конечно, теперь дольше строится, но тем не менее. Сколько у нас осталось до Союза? 6 ходов. У меня будет минус 1. Ну, алюминий накоплен, в принципе, нормально. Вот это. Тот самый Багдад. Да, уж какой город, там есть целый район. Все, больше не могу тырить. Ну давайте диверсию на производстве тогда. При попытке похитить средства в городе Руан был убит шпион из Британской империи. Ребят, что, только у меня, вам не кажется, что как-то сложновато у меня это все идет, нет? Очень. Самое смешное, только я своих шпионов вывел из городов, как ко мне сразу в один ход начали кормить. Я бы сначала Микены захватывал, кстати. Хотя и Ратос тут близко. Сколько танчик будет строиться? Что вообще будет строиться? Ух ты, там лагерь вахов. А кирасиры в танке апаются, да? Давайте кирасира сделаем. Не знаю, куда армию деть. Так, ну надо отправлять уже к англичанину. Ну-ка, качнем апостолов. Больше дополнительный, так, больше давайте. А этому что? Когда в других цивилизаций? Ну давайте там распространим. Так, золотой век еще вышла Греция, Индус и Египет, все остальные в нормальном, кроме Инвиктуса, который в темном. Ну вот вопрос, нужны ли мне деньги? Я думаю, что нет. Я, наверное, к оружию возьму. Так, здесь мы... блин, сначала источники.
найти. 63% это маловато. Сейчас под воду пойдут первые клетки. Так, в лавенте распространили. В лимож давайте. Вербовка партизан. Вообще тут... Ну, вообще деньги мне не нужны. Давайте лучше вот действительно вербовать партизан. Ну, в Мбумбе. Так, тут надо вернуть. Я хочу из них подлодки сделать. Из этих каперов. И они меня, когда растопит лед, вот тут снизу поплывут к... Хотя и в эту сторону. Кстати, я могу тут... Вообще, пускай плавает. Я ж могу апать и у англичанина. Военное ведомство завершено. Еще бомбардировщик надо. Англия, будешь мир? Англия, ты мир будешь, нет? Они уже заключили. Нет, прикольно, кстати, как Пангея сгенерировалась. Я думал, Англия как-то по-другому расположена, а тут вон он как-то по побережью прикольно. Тогда ты уже видишь мою территорию? Нет, я только вижу Англию и Индуса, я до них доплыл. Ну и Египет, Конго и Грека. О. Я вижу только Конго. Я... Всех остальных только по морю развину. Ну что, вырубать тут? Или пока поставим лесопилки. Жалко вырубать там все эти. Так, побег, хищение шедевра, нейтрализовать губернатора. О, в Мбвиле он посадил губернатора. Ну, уже приличные деньги пошли. Ну что, повысим Рейну до покупки районов за золото или Магнуса? Давайте Рейну. Просто купим космопорт, когда надо будет. Строится. Так, может здесь купить военную академию и купить... Оказывается, так их снесли? Я пытаюсь. Армию танков? Правда пытаюсь. Да, давайте. Ну окей, я просто спросил. Часа, или купить, да, корпус, понятно, а потом присоединить к правда, танку. Правда, сейчас еще немножко и снесу. Может быть, поможешь? Я в этой игре могу только помочь самому себе умереть. Все, что я могу в этой игре. Прям как многие в жизни.
Как грустно это прозвучало. Леша, когда откроют нужные техи, увидит территорию, все поймет. Ты все поймешь, ты все. Одинокий голубь на карнизе за окном. Да, это ты? Это я. Я и есть тот голубь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Как птица, конечно. А я про памятники сразу подумал. А гуманитарная помощь Ферусу. Че это там, че это? Что там у тебя произошло? Ну давайте поможем, парни. Очень пострадал. Помоги. Не вижу причин, почему бы не помочь. Сам, правда, не заметил, какое бедствие. Все города это нейтрализуют губернаторов. О, еще одного шпиона могу сделать. Там еще военный кризис был, что у меня время. Еще кризис против Конго был? А, не прошел? Не-не. Спасибо, Англия. Влад и Инвиктус настолько жестоки, что не хотят помогать Горго. Мы жестоки, прости. Я тут куплю... Горго, принимай. Ангар. Переправлю сюда бомбардировщика. В Париже... Давайте центр вещания, может. Надо ж куда-то музыканта, наконец, определить. Горго, предложение. Фабрику можно. Ну, в Лионе. Подарок. Так, сейчас, по идее, будет минус один. Каждый ход. Можно, ладно, понимаю, давайте еще одного. Это война. И хватит. Или может танков лучше сделать армию. Давайте танковую армию. Конго и Египет, предложение. Может, инквизицию? Давайте возьмем апостола и инквизицию организуем. Инвиктус, тоже предложение. Есть ли? Что, я уже принял. У тебя есть инвиктус, да? Меня Монтесума публично осудил. Пора ливать. Он меня осудил и еще хотел картину у меня взять. Может, за это я осудил, что ты ему картину не дал? Ну нет, он меня сначала осудил, а потом захотел картину у меня. Но он решил, что все, ты уже достаточно напуган, чтобы картины отбирать у тебя. Гопник такой, знаешь. Союзник сообщает, что средства из казны Англии в городе Сток-он-Трент были похищены шпионом, которого подослала Индия. Дали. Палево. Интересно, кстати, англичанин, а тебе было показано, кто у тебя украл?
Просто это забавно, если мне сообщается, а вам нет. Так, а откуда здесь вот лагерь? Ну, надо ж на благотворительность где-то деньги брать. О, уран у меня есть. Зашибись. Все, значит, открываем расщепление ядра. И бомбим. Бамбалейлоу. Бамбалейлоу. Буратино телекомандато. Так. Нефть надо получше добывать. Интересно, кто кого? ПТ-команда или армия рыцарей? Или армия какая? Армия рыцарей. ПТ-команда, конечно. Блин, минус 2. Ну там разница всего-то в 11. Может, у кого-то есть еще алюминий? Инвиктус, предложение. Алексей, я тебе тоже предложение кинул, посмотри. О, мне интересно, золотые ворота кто построит? Виктус отказывается. Хорошо, с Алианурой. Он мне как бы за... Я вижу, за... Леша, много чудесных мест для этого чуда. Англичанин, предложение. На этом пока все. Для спонсоров канала продолжение, наверное, уже выложено, а для обычных подписчиков продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!